Экопокрытие, ионизация воздуха и инновационная система вентиляции ждут всех любителей здорового образа жизни. Спортсмены и волонтеры открыли россиянам глаза на простую истину. Улицы, парки и скверы – своего рода фитнес-центры. Первооткрывателем и тренером выступил уроженец Мордовии, олимпийский чемпион Алексей Немов. К спортсмену в День физкультурника присоединились во многих городах России. Наши активисты студенческих спортивных клубов вышли на улицы и, собственно, в местах общего пользования совместно с администрацией установили специальные таблички, на которых обращается внимание граждан, что, например, газон – это прекрасный фитнес-коврик, где можно заниматься там йогой или какими-то упражнениями, что скамейка – это прекрасный тренажер для, например, отжиманий, ну и так далее. Да? То есть все, что под рукой, можно использовать для занятий. Вот. Ну и, соответственно, провели такие занятия для всех желающих, вот, чтобы все могли посмотреть, как это наглядно выглядит. Физмоб по аналогии с флешмобом прошел по всей России. Ведь этот проект долгосрочный. Со снятием ограничений его подхватят и другие регионы. Так таблички «Фитнес-центр улица» появятся у многих парков. Ирина Пятина, Народные новости.